Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшней конференции. Меня зовут Сергей Махров. И в первую очередь я хочу поздравить всех с Международным мужским днем, который с недавних пор отмечается именно в этот день, 19 ноября. Думаю, это праздник не только мужчин и мальчиков, но и женщин, которые их уважают, любят и ценят. Сожалею, что сам не могу присутствовать сегодня в Санкт-Петербурге, но рад приветствовать всех гостей и особо тех, кто так или иначе профессионально работает с темой, которой посвящена конференция. Психологов, правозащитников, социологов, социальных работников, представителей государственных органов, работающих в детско-семейной сфере. Надеюсь, все вынесут сегодня для себя что-то полезное и что нашей стране в целом это тоже чем-то поможет. В рамках сегодняшней конференции, устроенной общественной организацией «Отцы страны», которой руководит Ринат Абдулхаков, ему главная благодарность за сегодняшнее мероприятие, позвольте представить вам документальный фильм американского режиссера Джинджер Джентил, который называется «Стирая семью». Сегодня он также показывается и онлайн, впервые на русском языке. Так что на самом деле зрителей намного больше, чем вы видите в этом зале. С разрешения самой Джинджер я перевел для вас титры к этому фильму, так как, к сожалению, на личном опыте знаю, о чем он. А еще один отец, переживающий то, что показано в фильме, Максим Бобков, сделал его еще удобнее для вашего просмотра. Но это сюрприз. Дождитесь начала сеанса и все поймете. Еще целый коллектив родителей с подобным опытом старался, чтобы об этой конференции и об этом фильме узнало как можно больше людей. Всем им большое спасибо. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто принял участие в сборе средств на кинопоказ и участникам этой конференции. Без вас он был бы невозможен. Отдельная благодарность тем, кто поддержал проект просто так. Их имена и контакты сейчас на экране. Аплодисменты, пожалуйста. Еще раз с праздником. Приятного и познавательного просмотра.